Серьезно, вы нам предлагаете вот это проехать? Так это ж как два пальца обоссать. Ебать, вы куда уехали, пацаны? Пацаны! Нормально. Поднимаю. Ребят, всем арон дондон, Sony здесь, Shift Unleashed здесь. Хорошее настроение просто обеспечено, все потому что мы гоняем заводские, как там они, вот это вот, не до GT1, то не тот GT3, не тот GT, короче. Гоняем нормальные гонки с Need for Speed, и все как мы любим, нам надо какая-то новая тачка. Че, я вышел, я хер его знает, возвращаемся обратно и... что-то я видел, там есть вариант... Что это у нас? Серьезно, вы нам предлагаете вот это проехать? Так это ж как два пальца обоссать. Есть вариант прикупить машинку под названием Погани. Вот мне прям очень интересно. Оно сюда канает. Ты себя представляешь, на вот этой штуке подзажигать с вот этими вот нищебродами там на всяких фокусах и прочих лоханках. Чё бы и нет, могу себе позволить. Причем так, чтобы все было ачненько максимально, и я максимально страдал, мы ее еще и не будем настраивать. Так что сейчас на пьяной дороженьке вот этой тудой-сюдой нам будет максимально хорошо. Но самое главное, чтобы было хорошо вам. Если таки да, то не забывай прожимать лайки. Кто кушает, приятного аппетита. Кто отдыхает, welcome, как говорится. Погнали, мы начинаем этот трешак. Посмотри на этот тахометр прямо на руле. Это очень странно выглядит. Такого я еще не видел. Я забыл. Блин. Ты что, придурок, блин? Я забыл то, что я хотел всех пропустить, иначе мне нехер что тут будет ловить. Нормальный старт, да, мне понравилось. Друзья, если вы интересуетесь темой с инвестициями, то я вам крайне рекомендую обратить ваше внимание на компанию Avalon Technologies. Это проект, с помощью которого получаю доход я, а также огромное количество людей по всему миру. Ведь деньги должны работать и приносить прибыль. Это, в принципе, закон, с которым очень сложно поспорить. Компания Avalon Technologies, между прочим, насчитывает свыше 1 миллиона инвесторов и стабильно продолжает развиваться. И очень здорово, что в эту компанию можно инвестировать даже 100 рублей и даже на одни сутки, что дает возможность сделать пробный депозит каждому желающему. При этом доходность, то есть ежедневная, в процентах составляет 1,3% в сутки. Вы можете более подробнее ознакомиться, что это за компания, как она работает, по ссылкам в описании. Также на сайте можно ознакомиться с документами компании, почитать отзывы от пользователей, которые здесь, так же как и я, зарабатывают. Как я говорил, я уже давно инвестирую в эту компанию, и это все депозиты, которые отработали. Каждый принес неплохие деньги. Сейчас у меня активная инвестиция на 222 тысячи рублей. За 5 начислений вот такую сумму я уже заработал. Когда этот депозит отработает, чистая прибыль с 222 тысяч составит свыше 100 тысяч. И это за 28 дней. Avalon Technologies — это очень выгодное предложение. Если вам это интересно, то все ссылки вы найдете в описании. Я, пожалуй, вот так съебся сделаю. Я уже чувствую, что эта машина сейчас... Не, дядь, ты меня пугаешь. Второй раз это был бы перебор, честное слово. Тем более приехать на 1,2 ляма, сам подумай. Такая себе задача, блядь. Оно управляется вообще? Это что, чем круче тачка, тем хуже она себя ведет или что? Визжит, как будто я какого-то кошака, я не знаю, что-то с ним делаю жестоко, но на... Ну да, по спидометру все окей, но управляется, конечно, сильно хуже, чем разгоняется. Как этого долбеба теперь объехать? Я боюсь его. Какая же она балкая по стоку. Пацаны! Ексих! По-моему, я пошел нахуй. Чье говно? Кошак, давай, помяукай напрямой. Еп, чернослив. Покажи им всем, что такое прям... Что-то они едут не намного хуже, чем Погани. Нормально. Мы 14-е, вы серьезно, блядь? Да куда ты? На. Я думаю, что здесь последнего места. Я погорячился сильно. Обгонять негде.
Ты чё такое говно, а, погани, блядь? Я чё-то сомневаюсь, что это хорошая была адекватная затея с последнего места стартовать на этом корыте, вот честно. Где там моя ракета-бомба? Объезжай нахуй. Ну попробуем еще разок. Но по-моему ее стоило бы подстроить, чтобы совершать такие финты. Чудовище на колесах. Пиздец, тут объезжать реально негде. Отлично, этот самоустранился. Эти калиточку открыли, заруливай. Мне не хватает сцепления. Мне не хватает блядского сцепления. Я просто на грани прохожу. Так же, как и тут. Пожалуйста, поверни. Так, я понял, пошли это говно настроим. О, какая же ты, ну тебе нахуй. Как в той песне Король и Шут. Хой, нахуй, блядь. Так. Тюнинг, Вася, создать. Ну да, блядь, на таком давлении я реально только нахуй могу поехать. Так, ну с передком я, конечно, пожестил, наверное. Вот так. Вот так вот. Так, баланс тормозов. Вот так вот. Чё там еще у нас? Поворот колес. Ну, можно подсыпать. Вот так вот. Клиренс. Нахрена мне столько клиренса? Мне надо, блядь, чтобы она низкая была. Вот так. Блокировка окей. Перепрежим, вот не знаю. Как-то не хочется, хотя она не едет нихера. Хочется, не хочется, а придется, как говорится. Так, окей. Можно, кстати, было передачи сделать короче. Пожалуйста, попади, 120 скорость. Вроде бы погани, блин, а преимуществ никаких. Только цена. Какой великобританский ты поц. И ты тоже пошел нахер. Нахер, блядь. Вернись и не убей меня. Ой-ой-ой, блядь. Не-не-не, не на питлейн. Ну ты ебнутый кошак. Максимально ебнутый. Так, о, у нас прямик появился. То, о чем я говорил. Ох, я пошел внутри. На писечке оттормаживаемся, на зеленочке точнее. У-у-у! Нормально. Тут еще один коллега, я смотрю, на 10-м месте плетется. Шо, братан, не сладкая жизнь, да? Куда ты, блядь? Долбоеб ты, а не коллега. Коллега какой-то, сука, умственный. Иди сам на внешку, а я сюда залезу, блядь. Все, газ по лаз, поперли. Третий круг. Ну, мы практически в середине пелетона, дай слепстрим. Она меня хочет убить, я вам говорю. Максимально легко, говорил он. Очень, блядь. Чем ебнутие машины, я смотрю, тем, блядь, сложнее тут бороться и гоняться. Шевели свой фриц мобиль. На. Так будет с каждым. Ебать, вы куда уехали, пацаны? Вы что, неадекватные? Два круга по сотрядению. Не надо, не надо, не надо. Надо теперь сжечь. Желательно резину, а не жопу.
Низ резко, ничего не знаю. Блин, ну пиздец, последнего места вообще не вариант. Последний круг, смотри, я чуть-чуть подъехал к ним, да, ребята, это ГГ. Фу, блядь. Я твой авто шатал по ребрике, блядь. Ну пиздец, даже до подиума не доехал. Попробую еще одного поца. Еще одного смог. Топ-5 всего лишь навсего. Но тут нереально было. Слушай, ты сейчас звучишь, как будто Бона говорит с Льюисом, честное слово. Такой тон голоса. Все, чемпионский титул ушел, да, пиздец, ребята. Что-то это нихуя не просто. Нет, я переигрывать это не буду, ты шо? Это, блядь, невозможно просто. Сейчас хотя бы... Сколько кругов-то? 4 круга. Трасса чуть длиннее, но кругов меньше. Но здесь, мне кажется, больше будет вариков. Опять-таки, это кастратыш. Блин, ну этот тахометр просто... Ха, Нюрбургринг, там рекорды 6.47, вся хня. А чё я их не пускаю, блядь? Хорош, пацаны, всё, нахуй. Достаточно. Так, Need for Speed'ы полетели. Нахуй, иди, розовое чучело. Вот, правильно. Правильно, братан, вот так с ними надо быть. Погнали. Чудовище. Так, полпелетона сейчас пройти хочется. С первого же поворота, конечно же. Выиграть гонку желательно. Так, этот сука удержался. А дай его ты не хотел бы. Да блять, чё такое-то? Так подтягивайся, как будто это мне даст лишних 50 лошадиных сил. Да ну на, как я сюда залез, я не имею понятия. Ищи. Понимаю. Еще и никто не убрал, хотел сказать. Какая дичь. Да, и тебе тут даже, сука. И по тому же месту. Прямик. Блядь. Ну нахуй. Пиздатый Бентли. На. Он выжил, сука. И обещал вернуться. Что, снова пятый? Серьезно? И опять они хер знают где. Все равно здесь больше вариантов. Я не знаю, как мы не убрались там, честно. Это какое-то, блядь, новогоднее чудо. Держись, Погани. Ребята, остается... остается 2 круга. Отлично, это лишь второй. Ну, это дает шансы. Говно. Давайте срезку.
тормозить. Надо было пораньше немножко. Да ну на! Я проеб точку торможения. А тут я срезал. Я чё-то вообще, блядь, поплыл. По-моему, у меня руль кривой стал. Мне очень нравится это переключение с первой на вторую. С пробуксовкой. Кайф прям. Кайф съебаться в стенку. Идеально. Очень жестко работает коробка. Ребят, последний круг. Три долбоеба. Вот они. И четвертый сзади летит с кривым рулем. Отличная борьба, мне нравится, ребят. Продолжайте в том же духе. Они тут зарубились плотно. Четвертого не звали? Мерседес этот пизд... Просто, блин. Нахуй. Сейчас мы с ним умрем, я так чувствую. Мало времени остается. Мало времени, ребят. Это все, что я смог. Я без антикрыла ехал. Нахуй, ну, надо лишние запчасти, так быстрее, да? Ну, да. Фух. Так, ну и на десерт у нас вкусненько. Японама, я честно ждал все что угодно от Сузуки, но не этого. Три круга. Трасса все длиннее, а кругов все меньше. Пора-то пора, блин. Хорошо пошел. Качественно. Ну что, ребят, полетели. Суки. Опять ты. Чё творят? Пожалуйста, не устройте коллапс. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не надо, не надо, не надо. Он, сука, сайд-бай-сайд пытается идти. Псих. Нет, 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 ребята. Ад! Я попал в ад! Я 12-й.
11. Пиздец. Если за два круга я их не пройду до третьего места, то это будет нереально. Два круга, третье место. По-любому надо. Хотя бы четвертое, лучше третье. Третье надо. Блять! Я снова попутал повороты. Вот он тут есть, походу нет уже. Два круга, третье место, как заказывали. Сука, налажал я. Да, тут тоже налажал. Так, полтора круга. И впереди все лидеры. Как же я очку первую вторую передать, чтобы ее тупо не размал... Тала, блядь. Охренеть, они растянулись. Ребят, последний круг. Походу, Сузука меня сегодня поимела. Так, 100 метров поздно, это очевидно. Очень далеко они. Очень далеко они. Блять. Пиздец. Корректировки не темные. Терпеть не могу Сузуку, если честно. Блять. Да ну где метки, ёбаные? Все, не буду больше ныть. Просто принимаю это поражение, блин. Без единой победы сегодня, ёб твою мать. Это просто жесть. С первого места бы я втащил это на изи, но вот так. Good job, man. You pulled off a podium.
Не имею понятия, как я это говно поймал. Чтобы вы понимали, газ был открыт вообще в палас. Так, ребята. Ну вы понимаете, что я так просто не оставлю это. Пизда вам. А нет, не пизда. Желтый пи***, ты меня заебал. Мудила, блин. Банан. Все, есть два круга. Я их не догоняю. Я их не догоняю. Вообще никак. Короче, мне не хватает круга. Так. Да. Я еще забыл то, что финиш, тут старт-финиш. Good
Ну, ребята, с последнего места вообще никак, а с первого мне не хочется. Это будет легко. Сегодня мы без победы, но... Да, это даже не засчитали, Сузука, понятно, максимальные обороты. Пятое. Второе, третье место. Вот как-то так получилось. Ебать, её надо, блядь. Это было эпично, но Сузука дала просраться, что называется. Ну что, если серия понравилась, то это лайк. Если нет, ну, ты понял. Хотя они все равно не работают, так что... Сузука меня поймела, и что-то я остаебался. На этом я на сегодня вынужден отлучиться. Спасибо вам за внимание, хорошего настроения. Увидимся, ребят, всем пока. Дальше еще попробуем дать бой. Это было жестко. Очень жестко.